Если долго плакать возле мутных стекол, высоко в небе появится сокол, появится сокол, высоко над тучей. В это время важно не упустить случай, увидеть его крылья, увидеть его перья и вдруг удивиться. А кто это теперь? Почему внизу туча? Она давно и ясна. Видимо, я плакал совсем не напрасно. Видимо, вот оно, пришло мое время. А внизу медленно идет мое время. А мне лететь выше, а мне лететь в солнце и все-таки вспомнить, что внизу оконца с мутными стеклами, в которые бьются милые мои, сгореть и вернуться. Если долго развлекать меня не то я заболю. Лучше скажем нет насилию и разбою. Скажем нет разбою и насилию. И уподобимся блаженному Василию. Наша Ефросинья зависит от момента, то божественно, а то амбивалентно. Но кто не без греха, пусть первый бросит камень. Из этой искры может возгореться пламя. Найди себя отличий на этой картине. Неси сюда водку мартини. Шейки молчат! Моя профессия с утра домов второго. Считать, что я твоя священная корова. Священная корова и небесная манна. Пускай питательно, но не всегда гуманно. А если мы не местным поносим тебя, я буду первый, кто крикнет: «Эй, вот кому ты!» Шейка, молчат!
было знать. Кровь в усе, открой глаза, смотри, они взлетают. Смотри, вот они взлетают. Так мы летим вперед, и пусть мы не бескатим. Новым отечество нам сладок и приятен. Спасибо солнцу, что у нас над головою. Но будь готов, что я все ровно забою. Но как не стыдно так повязнуть в рутине. Догадайся, что делать, когда нет партии.